Ребята, сделаем сегодня что интересное. И сделаем из обыкновенного полудетского хулахупа хулахуп для похудения. Смотрите, как мы обыкновенно видим из частей. Части нужно дополнительно укрепить изолентой в несколько слоев, там слоя 3-4, видите, как на этих стыках хорошо замотать, чтобы он потом не рассыпался от большого веса. Дополнительно мы будем ее утяжелять, именно такие хулахупы утяжеленные. Благодаря тому, что мы наматываем здесь такую проволоку, самую дешевую, можете купить проволоку, она дешево стоит, она даже, видите, даже не соединена между собой, просто две проволочки, это которая идет внутри стен. Ну, самая дешевая, которую можно купить в любом строительном магазине, бросовая цена. Там разные цвета, есть уже чисто по желанию. Итак, как мы будем наматывать на всю длину? Нам нужно, чтобы и шел слой к слою. Видите, как один к одному впритык. Те хорошо так натягиваем. Только осторожно, естественно, работаем с проволокой, чтобы не уколоться. И уже он палец порезал вот этой проволокой поганой. Ничего, осторожненько наматываем по чуть-чуть. Слой в слой и натягиваю хорошо, чтобы оно плотно сидела. Видите, какая она цветная, двухцветная проволочка хорошего цвета получается. Когда мы намотаем его полностью, вот эту проволоку, это, я вам скажу, займет, чтобы весь вот такой хулахуп намотать. Мы в данном случае, я взял дополнительную одну из тех секций, видите, оно было на одну меньше, я дополнительно одну добавил секцию, чтобы оно больше было как бы для взрослых даже. Возможно, там меньше китайский какой-то вариант был, мне не понравилось. Я благодаря этому, что одну секцию добавил, оно больше стало и лучше. Итак, мы наматываем здесь по кругу. Что нам это даст? Это даст там дополнительный вес во время вращения. Вес хулахупа станет где-то в среднем 5-7 килограмм, этого вполне достаточно и очень хорошо для того, чтобы вертеть. Вес сбрасывается просто капитально именно в этих нужных зонах, где вы его вертите. Рекомендуется его крутить не минимум 10-40 минут. Нужно плотненько так, чтобы, видите, поправил, оно рассунулось. Нужно, чтобы оно все красиво, плотненько шло прямо одна проволочка к другой. И смотрите, видите, как веду узел пропускает. Сделал круг и под низ пропустил проволоку. Это для чего этот узел? Периодически нужно сделать такие узлы, чтобы оно хорошо зажалось и хорошо держалось. И можно оставить там попозже и домотать. Видите, как под низ прошла проволока. Теперь можно сильно так зажать и продолжить, например, через часть или даже на следующий день. Оно никуда не развертится. Смотрите, так плотненько, хорошо стоит. Все, можно даже не придерживать, проволочка не рассыпается и хорошо держится. Нам нужно домотать ее полностью до самого конца, естественно, не только наполовину. Вот это уже готовый вариант, как видите, полностью все на круг промотано. Шикарная вещь, утяжеленная, классная. Вообще, нужно, чтобы понять, как оно сбивает вес. Это если сравнить с обыкновенным полохупом, который весит где-то 1,5 килограмма или в лучшем случае 0,5 килограмма он может весить. Толку от него мало. Там можно сейчас сами крутить, а толку никакого. А вот это, ребят, это нужно попробовать, насколько оно шикарно. Благодаря тому, что неровная поверхность, оно хорошо бочки вминает. И очень хорошо помогает сбросить лишний вес. Ладно, ребята, всем удачи. Делайте хулахупы. И кто хочет, может очень быстро и хорошо похудеть. Всем удачи.